Телерадиокомпания «Русский мир» продолжает цикл передач «Наследники Победы». В студии автор и ведущий Юрий Тунин. Здравствуйте. Сегодня в Москве на Красной площади в торжественной обстановке прошел военный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые парад Победы на Красной площади прошел 24 июня, но только 45-го. года. Им командовал Константин Рокоссовский, а принимал парад Георгий Жуков. Что удивительно, в тот торжественный день Знамя Победы не участвовало в параде. Вот впервые оно стало участником только в 65-м году, в юбилейном году 20-летия Победы над фашистской Германией. Знаменосцем в ту пору был герой Советского Союза полковник Константин Самсонов. Ассистентами были герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантари. Это они 1 мая по московскому времени и 30 апреля 22 часа по берлинскому, соответственно, времени водрузили знаменитый стяг над куполом Рейхстага. Боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента «Штурм Рейхстага» проводилась на завершающем этапе Берлинской наступательной операции с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 1-го Белорусского фронта. В ходе подготовки к отражению советского наступления Берлин был разделен на 9 секторов обороны. Центральный сектор, включающий в себя здания правительственных учреждений, гестапо и рейхстаг, был хорошо укреплен и оборонялся отборными частями войск отрядов защиты. Полковник Федор Зинченко – командир полка, вошедшего в историю как поистине бессмертный полк. Его воины, нанося в жестоком сражении главный удар во владении Рейхстагом, водрузили на его куполе знамя военного совета 3-й ударной армии, знамя Победы, государственный флаг Советского Союза, поставив тем победную точку в Великой Отечественной войне. Актуально продолжают звучать слова полководца полководцев, четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова. «Мы одолели противника очень сильного, и в этом величие нашей победы. Врагов у нас по-прежнему немало, и мы должны постоянно помнить об этом. Силы нам прибавит память о пережитом. Война была величайшая, и великой была в ней наша победа». И сегодня на телевизионной связи с нами Александр Сиянов. Его отец Илья Яковлевич Сиянов командовал ротой, которая оказывала огневую поддержку в момент прорыва и водружения знамени над Рейхстагом. Александр Ильич, здравствуйте. Добрый день. Татьяна Неустроева, город Севастополь, и ее отец, легендарный комбат Героя Советского Союза Степан Андреевич Неустроев. Бойцы под его командой штурмовали главный вход в Рейхстаг весной 45-го года, и на крыше поверженной вражеской крепости они развернули победу. Татьяна Степановна, я приветствую вас. Здравствуйте. И сегодня я хочу представить своего соведущего. Это Игорь Крамаренко, город Томск. Он журналист, организатор встречи потомков участников штурма Рейхстага в Томске и проведение акции «Урок истории знамени Победы». Игорь Васильевич, я приветствую вас и рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы вспомним через вас, через ваших отцов, как все это проходило, потому что моменты очень интересные, моменты трепещущие, и моменты, которые все дальше и дальше уходят в историю. И, к сожалению, вот очень важные детали, которые очень быстро забываются, стираются с памяти. Ну, я сначала хочу представить слово Игорю Васильевичу, потому что он очень хорошо у нас знает, как это же знамя было сшито, какие приказы издавались в тот момент для того, чтобы можно было это знамя удрузить. Насколько я знаю, их было 9. Давайте эту историю мы и сначала восстановим, а потом уже пойдем по воспоминаниям. Игорь Васильевич, вам слово.
Значит, когда началась Берлинская операция 16 апреля, вот, готовилось Знамя Победы в Москве, и оно сегодня демонстрируется в зале Музея Вооруженных Сил из такого парадного, с парадной ткани, с вышитым гербом, с вышитым орденом Победы и с надписью «Наше дело правое, мы победим». Но это знамя так и осталось в Москве. Вот. И Первый Белорусский фронт тоже утвердил Знамя Победы, которое было передано в 5-ю ударную армию, в армию Берзарина. Но получилось так, что 3-я армия чуть быстрее дошла до Берлина, и сектор, который первоначально относился к сектору действий 5-й армии, перешел к действию 3-й ударной армии. И в штабе 3-й ударной армии было принято решение создать 9 знамен. Одно из знамен под номером 5 было передано в 150-ю дивизию, и в частности 756-й стрелковый полк. Вот. Знамя собой представляло флаг государства, флаг Советского Союза со звездой и серпом молота. Ничем другим оно не отличалось. И когда оно было установлено на Рейхстаге, оно пробовало всего 10 дней, можно сказать. Когда наши, ну, полк 750 уходил из Рейхстага, они сняли знамя, повесили дубликат, и это знамя хранилось на посту номер 1 в полку вместе с полковым знаменем. Вот. У меня есть документ начальника штаба дивизии Дьячкова. Вот он, такой, такие листочки, где описаны казусы со знаменем Победы. По камере подержите несколько секунд, побольше. Вот. И где описано, как история, как появилась надпись. Спасибо. Как появилась надпись. Вот. Дьячков прочитал в газете со знаменитым снимком, когда есть снимок такой, генерал Берзарин принимает знамя и отправляет его в Москву. Но знамя это был дубликат. На нем совершенно по-другому располагались символы. И они решили вернуть, то есть дозвонились до Жукова, вернуть это, так сказать, знамя-дубликат. Чтобы не было больше подмены, решили нанести название своей дивизии. Вот есть даже фотография в музее на Поклонной горе, как Сьянов Илья Яковлевич, Федор Матвеевич Зинченко и Давыдов, командир 1-го батальона соседнего 674-го полка, стоят с развернутым этим знаменем. Вот. Когда они повезли это знамя в штаб корпуса, там, конечно, по головке не погладили. Была конфликтная ситуация, но прозорливость, так сказать, они предложили написать номер корпуса, ну и дальше появилась также и надпись «Первый Белорусский фронт». Вот такая вот история. Интересная история. Я тогда перенестись при помощи технических возможностей в город, славный город Севастополь. Да. Татьяна Степановна, ваш отец штурмовал Рейхстаг. Что он говорил по этому поводу? Давайте вспомним. Ну, штурмовал Рейхстаг, посчастливилось штурмовать Рейхстаг, потому что к этой цели весь наш советский народ шел 4 долгих года, проливая кровь, теряя боевых товарищей. Конечно, отец рассказывал, что очень тяжелые были бои, и взять Рейхстаг было очень непросто. То есть с первой попытки не получилось, и их батальон наступал, как бы центральную занимал позицию, и два батальона с левого и с правого фланга –
И все-таки к вечеру 30 апреля им удалось взять Рейхстаг и вести там в Рейхстаге очень-очень тяжелые кровопролитные бои. Как рассказывал отец, приходилось сражаться не то что за каждую комнату, а за каждую ступеньку в Рейхстаге. И, конечно, наши как бы победили, потому что очень хотели победить, и водрузили знамя победы, гордость нашего народа. А он не рассказывал, наверное, много людей легло во время, вот, как вы сказали, закат. Много людей, потери были очень страшные. И отец рассказывал о том, как тоже вот его ординарец Петр Пятницкий тоже одним из первых рванулся к ступенькам Рейхстага и погиб там тоже с самодельным флагом. Тоже и такая история была очень, она, конечно, красной линии прошла по жизни отца, и он переживал об этой потере, вообще не только об этой потере, а по всех боевых товарищах, с очень большой горечью, конечно. Мне бы тоже хотелось, вот если можно, конечно, рассказать о том, как вот отец тоже говорил о том, как они сопровождали знамя победы на парад. То есть была группа, как бы группа по командованию Третьей ударной армии, политотдел, как бы поручили группе из 5 человек сопроводить знамя победы из Берлина в Москву. Это было 20 июня 1945 года. Вот уже Игорь Васильевич рассказывал, как вот, допустим, было недовольство по поводу того, что не полностью было написано все на знамени победы, не все данные не было, то есть 79-го корпуса, 3-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта, и когда все это дописали, уже как бы конфликт был исчерпан. И вот как рассказывал отец, они, значит, летели самолетом, отец впервые летел самолетом, немножко боялся, говорит, самолет то проваливался, то он так подумал, говорит, вот, 100 раз поднимал людей в атаке, не боялся, а здесь все, наверное, мне конец пришел. Вот он, как папа немножко с чувством юмора рассказывал об этом. А в Москве их встречали, ну, в общем-то, даже, может быть, не их встречали, а знамя победы, почетный караул. И отец говорит, настолько все это было торжественно, корреспонденты, машины, ну, в общем, музыка, марш, все вот. Ну, и, в общем, у него даже в голове от этого вот все перепуталось. А потом их как бы уже направили в ворошиловские казармы для отдыха. 22 июня им шили военную форму новую, парадную, и вот 23 июня началась репетиция генеральная на военном аэродроме. Вот. Ну, а события дальше продолжались так. Отец должен был знаменосцем быть. Сьянов, Егоров и Кантария шли ассистентами. Но так как они никогда не ходили под музыку, под марш, как бы, ну, и ушли немножко так далеко. И Карельский полк оказался далеко, как бы, когда отец оглянулся, он вообще, по сути, говорит, как он рассказывал, он не знал, дальше ли ему идти, либо остановиться. Ему казалось, что он шагает очень четко, хотя у него правая нога была, ну, ранена, перебита, и он ее, наверное, больше тащил. Но ему казалось, но зато левой ногой, говорит, так отстукивал, что даже в голове отдавало. Вот. Ну, а в итоге, когда он все-таки остановился и оглянулся, они уже мимо трибуны прошли, где находился маршал Жуков. Когда оглянулся, Карельский полк был очень далеко. И в это же время подъехал на машине полковник, ну, он, как говорит, какой-то полковник, и сказал, товарищ Неустроев, маршал Жуков приказал вам сейчас же на этой машине знамя победы отвезти в музей вооруженных сил, в параде оно участвовать не будет, а вы будете все приглашены в качестве гостей на трибуны, на парад победы. Ну, отец, как бы, как он говорит, я не обиделся, но про себя подумал, как в атаку ходить, так не устроив, а как знамя нести, значит, ну, недостоин. Но я так думаю, это все-таки какая-то детская обида была, потому что на тот момент ему и вот его как бы ассистентам, ну, я, Яковлевич, был чуть постарше, было как бы обидно, наверное, по-детски. Ну и таким образом вот знамя победы было доставлено в Музей вооруженных сил. Я рассказываю так, как раз знаю это от своего отца. Вот. Спасибо. Но вообще на параде... Мы продолжим дальше с вами беседу. Сейчас, да, подойдем. Да.
И у меня будет к вам вопрос. Вот закончились бои в Рейхстаге. Была ли подписался ли, оставил ли подпись ваш отец на Рейхстаге? И что дальше было? Ну, чуть позднее, потому что сейчас опять на связь вышел с нами Александр Сиянов, Александр Ильич, это совет ветеранов, и у Александра Ильича отец Илья Яковлевич, он командовал ротой, который оказывал огневую поддержку в момент прорыва и выдружения знамени над Рейхстагом. Я поэтому задаю сразу вопрос. Александр Ильич, давайте-ка рассказывайте, как это было, как вам слышалось, когда об этом рассказывал ваш великий отец? Да, ну, во-первых, я счастливый человек, потому что знал всех героев штурма Рейхстага. Вот, с ними не просто был знаком, я с ними общался на протяжении примерно 30 лет. Вот, и со всеми, вот когда они особенно собирались в такой небольшой компании, там 7-10 человек, да, вот, все герои, вот, безусловно, они рассказывали. Вот. И, конечно, только говорили вот об этом штурме, потому что это был, ну, наверное, самый трудный бой, самый страшный бой. Вот. Меня всегда интересовало, я их всех спрашивал, ну, скажите, как вот эти от дома Гиммлера, где был командный пункт Зинченко Федора Матвеевича, 360 метров до Рейхстага, как вы вот это, вам удалось все это пройти, да, с потерями, но удалось. Вот. Значит, они вот рассказывали это все примерно сказали одно и то же. Это 360 метров, это была пляска смерти. Вот это было их такое заключение, итог, что ли. Ну, бой на самом деле был, безусловно, страшный, но надо понимать, что командование приняло все меры, значит, вот роту отца, там было 80 человек, когда они взяли дом Гиммлера, вот, ее доукомплектовали, вот, до 122 человек, вот, приданные, значит, дали, вот, разведчиков дали, радистов дали, телефонистов дали, там, санитаров в том числе, значит, дали, была разработана система сигнальных ракет, что вот отец мог вызвать артиллерию, там, значит, обстрел, там, допустим, второго этажа Рейхстага. Вот, значит, что, безусловно, конечно, помогало вот, в этом бою, но вот эти 360 метров, конечно, дорогой ценой, многими потерями был, значит, просто, так сказать, усыпан жестокими нашими героями. Вот. Вот Татьяна тут уже сказала, что вот Пятницкий погиб со знаменем прямо на ступеньках Рейхстага. Да, действительно, это так было. Вот. В Рейхстаге, там бой был не менее ожесточенный, потому что в Рейхстаге было почти 5000 эсэсовцев, возможно. Вот. Там были морские пехотинцы, эсэсовцы. Вот. Там даже был отряд этих молодых там, значит, фашистов. Вот. И надо понимать, что здание Рейхстага само, оно очень, так сказать, старой постройки. И внутри Рейхстага там были сплошные колонны, ниши везде, значит, в нишах стояли какие-то скульптуры их, значит, каких-то там, значит, немецких знаменитостей. И вот каждый, за каждой колонной, значит, было несколько гитлеровцев. В этой, в каждой нише то же самое были вот, гитлеровцы вот, со всех сторон. Потом у них были и снайперы были, и фауст-патронники были. Вот, и доходило до того, был ожесточенный бой, что боеприпасы кончались. Они переходили даже в рукопашный бой. Вот. Такие тоже были, значит, не единичный случай. Вот. Но в конце концов, вот, все-таки им удалось добраться до верхнего
этажа, вот, найти лестницу на этот, крышу Рейхстага, где находится купол, и совершить то, что они совершили, это водрузить это знамя победы. Александр Ильич, спасибо большое. Я сейчас хочу обратиться к своему соведущему Игорю Васильевичу. И потом у меня будет и для Татьяны Степановны, и для вас, Александр Ильич, один вопрос. Как была встречена победа? Как вообще ваши отцы услышали об этой победе? Как они эту победу отмечали, может быть? Вот, обязательно это было. А Игорь Васильевич, я хочу задать... У нас разговор, следующий вопрос. У нас разговор через Рейхстаге. Но ведь в штурме Рейхстага принимал участие еще один легендарный человек. К сожалению, его внук Сергей Сырко сегодня не сможет участвовать по техническим причинам из города Черкасска. Я сейчас говорю о Федоре Матвеевиче Зинченко, о первом коменданте Рейхстага. Мало почему-то кто-то о нем знает. Вот мне бы хотелось бы, чтобы вы вкратце сказали, что это за человек был. Вы знаете, с Федором Матвеевичем мы познакомились, ну, можно уже сказать, давно, еще в те далекие, так сказать, советские времена, еще студентом политехнического института в 83-м году, я чисто случайно познакомился с этим человеком, зная, что он родом из Томской области, вот, а родился он 19 сентября 1902 года. Вот. В 83-м году мы с ним познакомились, почти 80 лет было. Вот. Даже 81. Это был очень отзывчивый человек. Ну, кто? Я для него практически вот как внук. Вот. Когда мы встретились, у нас состоялась такая доброжелательная беседа. В первую очередь он меня расспрашивал о своих земляках, о томичах. Вот. И в дальнейшем вся эта встреча переросла в переписку, и получилось так, что я увлекся к всей истории и занимаюсь его биографией с того времени и вот как раз вопросами штурма Рейхстага и Знамени Победы. Вот. Конечно, сегодня уже в таком зрелом возрасте можно было бы, знал бы и задавал другие вопросы, более серьезные, которые сегодня многих историков волнуют. Но время прошло. Вот. В память о Федоре Матвеевиче. Вообще, это был очень такой прозорливый командир. Он кадровый офицер. Свою жизнь связал с армией с 24-го года, вот, когда его подростком призвали в Благовещенск. И так вот он в Благовещенске и служил до 1938 года. В 1938 году он был направлен в Ленинград, был комиссаром военного училища в НОС. Были такие училища, ну, наблюдения и связи. Вот. И когда началась война, училище эвакуировали в Башкирию, в Челябинскую область, и он занимался формированием 171-й дивизии. Кстати, это та же дивизия, которая тоже принимала участие. С 43-го года он был командиром 380-го полка. Я хочу задать вопрос. Давайте сразу перекинемся все-таки уже в 45-й год. Вот как произошло его назначение на должность коменданта? Это вот очень интересно. Вот что его выбрали? Почему выпала, как говорится, карта на его судьбу? Дело в том, что 756-й полк, он в дивизии как бы был на острие. Он первый, один из первых полк подошел к площади. Вот. И Федор Матвеевич среди, вот у нас же Рейхстаг штурмовали три полка, это 171-я дивизия, 380-й полк, 150-я дивизия, два полка, 674-й и 756-й полк, которым командовал Федор Матвеевич. Так как он был старший по званию среди командиров полков,
Ну и в то же время один из первых перенес свой наблюдательный пункт в Рейхстаг. В основном численность штурмовавших из 756-го полка превышала численности других полков. Поэтому он был назначен. Он позвонил командиру дивизии, доложил, что наши находятся в Рейхстаге, и вечером 30 апреля был назначен комендантом Рейхстага. До которого времени он оставался комендантом? Покуда они не освободили Рейхстаг, это 10 мая. Вот так вот, все понятно. Ну, тогда вот я обращаюсь к нашим уважаемым потомкам, великих потомков. Это Татьяна Степановна у нас не устроила. Татьяна Степановна, давайте-ка вспомним, как ваш отец, легендарный комбат, герой Советского Союза Степан Андреевич, не устроив, встретил победу? Ну, когда гремели бои, и пришла долгожданная победа, солдаты радовались со слезами на глазах. Они обнимались, целовались, качали своих командиров. И отец построил свой батальон, и оказалось, что из 450 человек осталось только 280, а 170 человек погибли как бы за бой в Рейхстаге. А радость была, конечно, безмерная. Ну, как можно? Весь народ радовался. Ведь не зря же и в песне поется, что это радость со слезами на глазах. Поэтому здесь были и радость, и слезы, и воспоминания о тех, кто погиб, и о своем родном доме. Ну, победа — это победа. И, конечно, радость была безмерная. Что там говорить? Потому что 4 долгих года они шли, замерзали, потому что действительно, и когда стояли в обороне тоже, ну, вот отец, в частности, под Старой Руссой, и тоже такие были тяжелые условия, мечта-то была победить, и долгих 4 года они шли к этой победе, и, наконец-то, это свершилось. Конечно, это безмерная радость. Вот, как-то так. Хорошо, тогда я обращаюсь к Александру Ильичу. Александр Ильич, давай-ка вспоминайте, как же ваш тоже легендарный отец Илья Яковлевич встретил победу, где это произошло, какие чувства, что он рассказывал вам? Ну, когда это действительно случилось, да, вот Татьяна правильно сказала, значит, вот, они вышли на ступеньки Рейхстага, и это было просто, значит, стреляли, это была какофония. А они говорили, мы это сделали, мы живые остались. Это, наверное, самое главное было, что они остались живые и вернулись с этой победой. Вот. И знамя победы это доставили в Москву на парад победы 20 июня 45 года. И я бы хотел отметить, что большое значение руководство страны Советского Союза придавало вот этой победе, этому знамени и героям. Вот. Потому что уже 20-го числа, когда они доставили знамя в Москву и на аэродроме передали командиру комендантской роты капитану Варенникову, тому самому Варенникову, который стал потом генералом, значит, героем Советского Союза. Вот. Значит, вот, уже 20 июня 45 года они на коротке, но повстречались со Сталином. Вот, и потом, значит, на самом параде победы вот, они были, размещались на гостевой трибуне мавзолея. Значит, опять была встреча со Сталином. Когда 800-летие Москвы отмечали, Сталин, значит, дал, так сказать, указание широко отметить и как раз, он сказал, участников войны и героев. Вот. И они впервые, вот тогда был такой длительная встреча была со Сталином, вот, и он просто расспрашивал их, все ли у них в порядке, нужна ли им какая-то помощь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в дальнейшем на все юбилеи, вот, все герои штурма Рейхстага, они всегда приглашались в Москву, вот, были на этой Красной площади, вот. Кто-то проходил, кто мог, значит, кто-то был, значит, опять на трибуне, на гостевой. Вот. Но вот
руководство страны, я еще раз говорю, оно придавало такое же вот, высокое значение вот, победе и героям именно вот, штурма Рейхстага. Спасибо. У нас осталось 5 минут до конца нашей передачи. Я хочу, что сейчас опять обращаясь к нашему соведущему, к моему соведущему Игорю Крамаренко, скажите, пожалуйста, а как же вот ваше дело, как оно зародилось, это дело, это святое дело, это важное дело, поддерживает ли ваш в том, что вы проводите акции «Уроки истории Знамя Победы». И, может быть, уже все закончилось, эта история, и все-таки же 70 лет? Нет, нет, это длительный путь, вот, и поддержка руководства области и губернатора Жвачкина Сергея Анатольевича, она очень ощутима. Особенно, когда он побывал в Сочи, в музее имени Стоянова, увидел часы из Рейхстага. Его это настолько впечатлило теплое отношение, что он пригласил участников, детей участников штурма Рейхстага в Томск. Состоялась встреча впервые. Намечено очень много мероприятий. Сейчас готовится к издательству, к изданию альбом «Воспоминания». Вот воспоминания участников штурма Рейхстага, которые дети, внуки предоставили, будут опубликованы многие фотографии, которые нигде не публиковались, документы, все. То есть вот эта память продолжается, иначе никак. У нас создаются музеи, у нас своя программа. И вот в заключение я бы сказал, вот знаете, чем дальше от свечи, тем темнее. При увеличении расстояния вдвое сила света уменьшается в 4 раза. Это физика. Но к памяти к нашей это не относится. Вот. Они неприложимы, вот эти законы физики. Уважение к минувшему имеет разнообразные формы. Это книги, это рисунки, это памятники. Но главное все же – это память сердца. Именно она обеспечивает доброкачественное развитие общества. И у каждого у нас свое поле памяти. И не надо давать его зарастать сорняками. Вот, вот такая у нас позиция в Томске. Очень хорошая позиция. У нас осталось на всего 3 минуты, даже еще меньше. Я хочу, чтобы сегодня в день парада на Красной площади, посвященной 75-летию победы над фашистской Германией, я даю каждому из вас слово. Скажите что-нибудь вообще ветеранам, которые еще остались, да и всем российским гражданам. Итак, Татьяна Степановна, вам слово. Из Севастополя, город Севастополь. В первую очередь хочется поздравить весь наш народ с юбилейной датой, 75-летием Великой Победы, которую, ну, и очень как бы я горжусь тем, что наши родители приняли в этом непосредственное участие. Конечно же, и вот то, о чем говорил Игорь Васильевич, и наша встреча прошлогодняя, это настолько важно, потому что мы как бы продолжаем дело наших родителей и несем эту память. И очень хотелось, чтобы эта память жила все-таки и в умах наших людей, и в сердцах, главное. Тогда все у нас будет хорошо. Спасибо. Слово Александру Ильичу. Александр Ильич, вам слово, пожалуйста. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлению этой великой даты 75 лет Победы. Вот, и Игорь Васильевич тут много сказал. Действительно, это, на этом не заканчивается история. Она продолжается. Сегодня рассекречены документы. Вот, и по 30-му как раз апреля. Вот. Поставлены, значит, новые события, значит, там, значит, эта история как раз сегодня обрастает новыми героическими поступками, вот, новыми документами, вот, и это, конечно, будут изучать потомки наши, значит, и мы прилагаем все вот усилия для того, чтобы это, сохранить эту великую память о этой победе. Вот Игорь Васильевич сказал, вот у нас в Сочи мы создали силами ветеранов, городского совета ветеранов, мы создали музей боевой славы. Вот. Его назвали вот, в честь отца Илья Яковлевича.
Спасибо, в то время у нас уходит, и я хочу тоже всех поздравить с великой датой, это 70-летие победы в Великой Отечественной войне, с прекрасным парадом, который мы, надеюсь, все видели по телевидению. Я с вами прощаюсь, автор и учитель радиокомпании «Русский мир» Юрий Бутунин. Всем пока, всем спасибо, до свидания. Спасибо вам.